Так, доброе утречко! Лёха просыпается, Лёха улыбается. Чё у меня тут дом? Это нормальный, нормальный у меня дом. О, Лёнька покойничек висит. А, подожди, это я. Блин, ё-моё. Так, чё у меня в колодочке пожать есть? Хлеб с морозильника. Конечно, морозильники храним. О, золотой слиток есть, нифига себе. Дай-ка угадай, там на улице, наверное, есть дом Васильича. И, возможно, я когда сейчас открою дверь, набежит куча лайков. Лайк, не знаю. Опа, а тут смотри-ка, тут реально у нас домик Васильич. И Васильич ходит, говорит, почему постоянно просыпайся он здесь? А нафиг мне его дом? Вот действительно, нафига мне его подвал, он мне нафиг не нужен. У меня есть золотой слиток, я сейчас найму специально обученных людей, они к нему залезут в дом. Я им заплачу. Не знаю, зачем подвал, потому что мне заняться жизни нечем, поэтому постоянно хожу к Васильичу подвал. Как говорят нормальные люди, ты иди, Лёх, просто на работу устройся и все, смысл. Что, и подвалы перестань тяга ходить, и вот эта бессонница вся пропадет, начнешь уставать. А я все, подвал, хочу к Васильичу, подвал. Так, номер 2948, три письма пришло, я их не буду читать. Крутые не читают письма, пусть на электронную почту мне шлют. Вот так вот, вот так вот. Так, Васильич! Я прям слышу, как он уже разминается. Такой, ой, Лёха скоро придет, бегать за ним буду опять. О, нифига себе, лампочка, смотри, какая. Красивая. Ну, красивая же лампочка, да? Сейчас мы с Васильичем догонит. Такую лампочку под глазом поставит. Такой фонарь, смысл. Все. Васильич! Васильич, Васильич, здорово, брат. Закрыто! Закрыто, Васильич! Не... Помогите! Васильич просто сам в окно выпрыгнул, как мне пофиг, я пойду как попробую. Давай, Василий, все, расход с тобой. Так, что у нас здесь? Под мясо, да, все у нас? О, помидорчиками подкармливают. Подожди, Василич. Тихо, тихо, тихо. Давай расход с тобой. Все правильно, давай беги. Убегай, Василич. Если можешь бежать, беги. И наступят тепло. И фонари, чайницы, не знаю. Просто какую-то дичь собирает, как обычно. О, Василий, тебе же одного окна-то недостаточно, да, было разбито? Вот ты решил все разбить. Ну, сейчас ничего, меня догонит, еще лицо мое разобьет. Так что вся коллекция соберется, страйк, так сказать. О, а Василий, что у нас тут? Боярышник, смотрю, припас. Вот это да. Вот боярышник еще. Смотри-ка, он тут колдует. Дед, ты что, опять самогон аппарат, что ли, достал или что, а, Василич? Вот и бегает потом со всей деревни, все соседи вон уже переехали, потому что бегает за ними и бегает. Надоел уже. Вот, у меня бинокль здесь специально, чтобы за ним наблюдать. Типа вышел, увидел Василича под боярышник. Такой, нафиг оно мне все надо, в смысле, и домой спать иду. И все, все, спокойной ночи. Вот даже у меня тут еще слиток золота, а как меня еще здесь не ограбили? Почему мой дом еще не сгорел случайно как-нибудь? Непонятно. Ну да ладненько. Так, Василий сейчас тут лежит. Василий, давай, давай, бегай, бегай. Тебе это полезно в твои года. У тебя осталось-то сколько там? Годик-два, наверное, и все уже. Ну ничего, с женой увидишься, везде плюс можно найти. Так, ну ладно. У меня же в глазах почернело просто. Так, давай-ка посмотрим что-нибудь. Так, что у нас где есть? Я не знаю. Я не знаю, где что есть. О, Василич бежит. Василич, давай, давай опять вокруг беги. О, нифига себе. Ты обучаемый? Ну, практически искусственный интеллект. Ну, про искусственный это точно, а вот за интеллект не уверен. Так, все, Василич, давай прощаться с тобой. Так, что он наверх за мной побежит? Здесь по-любому что-то где-то есть. Что-то же затарено здесь. Вот гроб, говорит, можно как щит использовать, как броню. Все, Василий, сказать, Василий, сюда нельзя заходить. Так, а что я ищу? Я ищу ключ, чтобы пройти дальше. Хотелось бы найти ключ. А Василию жену новую, наверное, с дочкой. Так, ну ладно. Яйцо вот есть. Ну, видимо, идет к этому пути. Яйцо же есть уже. Что вперед, яйцо или курица появилось? Вот интересный, да, вопрос? Как бы, а как появится яйцо без курицы? А как курица без яйца? А? А? Вот, вот так вот. О, нифига себе. Вот это да. Ездить на нем буду на работу, которой у меня нету. Так, ну ладно. Шляпа. Подожди, что такое?
Не знаю, насрали, может быть. Так. О, нет, так я быстро все расфигарю. Так, давай-ка ищем. Мне нужен ключ. Подожди, меня Василий где-то там увидел. Василий, ты что, куда бежишь-то? Не надо, не надо, не бери грех на душу. Я все собью. Я все прощу. Василий, да не брал эту самогонку из подвала, он доел за мной бегать. Подожди, это дверь... А, я назад вернулся. Я такой думал, а че, куда ключ-то пропал? А у меня просто, оказывается, мозг вместе со зрением пропал, вот и все, я ничего найти не могу. Так, ну ладно. Ладно, давай что-нибудь ищем дальше. Конечно, ничего не найдем, мне кажется. Фига себе, а что за картина? Тут смотри-ка, а. Рейсинг. Вот это что? Вот это вот трубы из этого. Из хранителя экрана. Хранитель экрана. Хранители! Так. Вот Василий свое окно не смог сохранить, не смог. Так, а что мне делать-то? Здесь нет нифига. Ну, либо я найти не могу. Может, если пошары. Василич! Васенька! Сынок! Так, нету его нигде, да, значит? Нифига нету у меня. Вот такие вот дела. Я пойду опять искать. И пойду опять гулять. Так. Надо ключи находить. Это же балкон был, все было, это что? Это ничего. Ничего это, понятно? Так. Не, значит, на первом этаже что-то, наверное, по-любому. Вон лишь камера висит. Что-то охраняет. Подозрительный Василич. Ага. Так, болт. Ну, это Василич на всю мою жизнь болт положил вот этот. И он лежит. Тихо-тихо-тихо-тихо, Василич! Важности, там важность у меня происходит. Чик. Чё в холодильнике у нас? Ага, нифига нет. Подожди, Василич. Да ё-моё, а. Чё ты ко мне прикопался вообще? Ну правильно, к нему в дом хожу, конечно, он ко мне прикопался. Мне бы тоже бы не нравилось, если бы у меня по дому кто-то бегал и что-то рыскал. Мне кажется, никому не нравится. Ну вот и всё. Давайте разобьём всё. Что там вот дверь, да, есть какая-то? А, это дверь, чтобы дальше пройти. Да, да, Василий. Ё-моё, точно, ты ж так умеешь делать. Давай, Василич. Побежали, побежали, побежали. Мы куда-то прибежали. Василёчек, Василёк. Так, а что я делаю вообще? Чем я занимаюсь сейчас? Василич, давай это, кругаля наверни. Да, да, правильно, молодец. Давай, давай, давай. Чем быстрее бежишь, тем быстрее сдохнет. Так, ладно, прощаюсь, извиняюсь. Так, что у нас здесь есть? О, Василич, ё-моё, ты чё? В одно окно выходим, второе заходим. Вот это я пожрать себе заберу домой. Не успел забрать. Василич, у тебя ключа нет? Нету. Давай искать ключ, если нету. Ё-моё, иди ищи ключ. Все. Все, давай, я дома тебя ждать буду. Ключ занесешь мне. Все, давай, до вечера. Надоел ты. Я посплю пока, лето на дворе. Он... Я в детстве. Молодой, красивый был. Был ключевое слово. Так, ну ладно. Поспал и хватит. Так, где мне ключ-то взять? Что-то я где-то пропускаю. Ага, камера. Ну, конечно. Нет, а здесь не берутся ключи. На ключнице. В принципе, ключница для этого и нужна, чтобы на ней ключи висели. По идее, логично, да, все? Логично. Логично. Так, он сверху, да, ходит? Ну, ходи там сверху, ходи. Василий, чем письма еще кто-то пишет? Скажи спасибо, что тебе вообще кто-то что-то пишет. Родственники жены не пишут? Ха! Я бы на их месте писал бы. Права-то по-любому купил, да? Вот и все, и закончилось вот так вот у тебя. Как-то не по-семейному у тебя. Сейчас смотри. Дойдет до него, что он второй раз упасть должен. Опа, второй раз падает. Ну, у него этот
я, говорит, не тормоз, я, подождите, говорит. Так, где мне взять ключ? Вот этот вопрос меня беспокоит немножечко. Самую малость. О, Васильевич, я тебя чуть не заметил. Надо к окулисту сходить, зрение проверить, а то что-то, походу, с ним беда настала какая-то. Прям однозначно. Я у него пройду куда-нибудь дальше сегодня, вообще нет? Или так и буду здесь бегать? А подожди, у него же вот это открывается решеткой. Значит, где-то должен быть переключатель, по логике же это логично. Логично. Вот так вот. Вот как-то так вот все у нас. Только я нифига найти не могу. Опа. Тройной тулуп с переворотом. Как обычно. Так, в туалете точно ничего не может быть. В туалете только настоечки от Васильича. Все бы ничего, только потом срешь дальше, чем видишь. Картины, картины. Васильич идет. Здорово, Васильич. Здорово, родной. На вот картину. Не будь как герой. Так, буду я бегать. Смотри, вот кидаю. И по Васильичу я попадаю. Да ё-моё, промахнулся. Еще все преимущество просрал свое. Так, что, на балконе здесь точно ничего нет? А что это снять не могу? Могу. А где она меня снимала-то? Так, где-то есть какой-то... А, вот он у нас, переключатель, да? Вот так вот, значит. Вот эти вот переключатели. Началось. Поехало. Все, у Васильевича кукуха уехала. Кукуха такая на улице. Я уехала. Так, ладно. Что-то я вообще ничего найти не могу, ё-моё. Там эту открыл, ничего не работает. Васильевич, Васильевич, что за дела? Да тихо-тихо-тихо, отстань. Я у тебя всю хату вынесу, ты меня понял? Тут ты мне надоел уже. Сколько с тобой можно возиться-то? Возишься с тобой, возишься. Не навозишься. Навозишься. Навоз, что ли? Чё несу сам с собой, бегаю, не понимаю. Просто какой-то бред. Васильич, мне кажется, я втираю тебе какую-то дичь. Я тебе серьезно говорю, на, Васильич, вот. Потри себе. Тоже что-нибудь. Так. Сейчас он назад же побежит. По этой стороне. Так он через окно запрыгнуть может. Фига себе, молодец. Так, где взять ключ? Так, камера вот здесь. О, ключ от машины. Ключ от машины. Лёха нашел. Дальше довольный. Лёха пошел. Лёха идет. Картины кидает. Ключ от багажника. Он открывает. Так, ключ от багажника открывает, в смысле. Вообще не русь, блин. Так. И чё? Черный ключ. Да мне нафиг черный ключ не нужен. Мне другой ключ нужен. Нашел, да не то. Такое пальто. Ага. Черный ключ. Только свистни, Васильич, появится. Черный ключ. Фига себе, я сам себя чуть не убил сейчас. А че мне черный ключ? Мне от него ни тепло, ни холодно. Мне нафиг не нужен. Мне другой ключ нужен. Помогите! Че, где я пропускаю? Че он какой вообще? Он золотой, по-моему, вообще ключ. Фига, Васильич, прям на меня с распрыжки запрыгнул сразу. Вот, говорит, вот так, говорит, у нас делишки, говорит, здесь все происходят. Пока ты, говорит, с ключом со своим бегаешь. Так, а я же там никогда не могу пройти, вообще ничего не могу сделать. По-моему, нет. Здесь вообще ничего нет. Правильно, упал, разбился, проснулся даже без гипса. Так, окна, окна. Угу. Так, рычаг открыл, он ничего не открыл. Чего там рычагом открыл, для меня непонятно. Ну тот же у меня ничего не открыли. Ну это бред. Васильич, где мне ключ взять? Ключ где взять, скажи мне. Не знаешь?
На вот банку допей, когда пьешь, так узнаешь. Так. Так, нету здесь, нету ключа. Как задолбало все это меня. Может, я сверху в натуре что-то не доглядел-то. А Васильич приходит, вот что я сверху не могу доглядеть нормально. Так, а там же ящики где-то были. Васильич, пойдем передачку тебе дам. Тебе просили передать. Нормально передали? Хорошо, тебя все устраивает, надеюсь. Дай пройду. Быстрее, быстрее, бежим. Так. Да ё-моё. Ну тут нифига интересного нету. Где, где я пропускаю-то, а? Не, ну вот ключ у меня это никуда не подходит. А мне вот это надо открыть, скорее всего. Ну как будто я здесь еще какие-то замки вижу. Да, и скорее всего, это смысл. Фига себе ты, блин, философ, смысл. Так. И чё? Дурак, что ли, или чё? Я под кроватью сижу. Что делать со мной пытаешься? У тебя вообще с головой там нормально? Походу не очень. А здесь по городку нельзя прогуляться? Может, здесь что-нибудь в другом месте найду? Нет, нельзя. Меня тут что-то не пускает. Не знаю, что именно, что-то меня не пускает. Какие-то злые силы. Блин, а ты нашел ключ. А толку что нашел? Да, давай, Васильич, беги, надоел уже. О, вот это я, конечно, понимаю. Вот это, прям. Вот это я хорошо, ловко придумал. Как я лечу в реальной жизни? А вот так вот я обучился. Я думаю, что это сон, поэтому я летаю, вон и Васильич бегает. Летает, летает, и он отлетает. Ну, как-то так. Васильич наш дурак. Так. Давай-ка походим, поищем. Еще окно задел, а? Голову бы себе лучше задел. Че на три, че я найти-то не могу? Че мне надо? Ключ мне надо. Где, где его взять? Здесь? Нету. Я фиг знает, где мне его взять. Подожди, вон ключ. Вот все время здесь там ключ лежал, что ли? А как я до этого не заметил? То ключ не тот. Есть бы как бы ключ, но это не тот ключ. Я все ключи нашел, кроме нужного мне ключа. Это все не то, это обман. Все обман, вот телек, телек не соврет. Так, хорошо, у меня есть два ключа. У меня есть два ключа и... Что? И все. Почему вот это не открылось? Вот это мне интересно. А что он открывает? Что-то же открывает. Че, мне где-то надо этот искать? Так, давайте по золотому правилу 15 минут. Если я не нахожу что-то, то давайте я гляну через редактор, чтобы вас не мучить и себя не мучить. Так, что же там откроет? Где я прослепошарил, как обычно? Где я прослепошарил? Давайте глянем. Глянем. Электронный компонент. Сейчас, подождите. Я глянул, но я не то нашел, что мне надо. Так, что там замок? Код 1. Код 1 у замка. Ну, кстати, я там мимо пробегал. Ну, более случая, я не то там взял. Так, ну ладно, давай пошли. Пошли. Ну, сейчас дойдем куда-нибудь. Когда-нибудь. Тут все по старой схеме у нас работает, как обычно. Пойдем, Васильич, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Побежали, побежали. Не, ну я бы еще долго бы искал, с учетом, что Васильич мне не дает толком побегать по первому этажу. Я бы еще минут 10 точно поискал. А тут у нас, как обычно. А где же ключ? А вот он, ключ у нас где лежит. Вот так вот. По помойкам шаримся. Нам заняться нечем. О,
вот шкаф, в шкафу буду сидеть. Я моль. Я моль, Василич, я моль. Вот такой вот я. Глукомоль. Так. Ага. Что, он не пойдет, что ли? Ну ладно. И чё? И что? Зачем я здесь? Такая вот здесь жесть. Фигня какая. Так. Вот зачем я здесь. Так. Наконец-то. Так, давай еще на один этажик выше. Что у нас здесь есть? Так, вот ключ, по-моему, вот этот. Да, отлично. Отлично. От обычного. Что-то все закрыто, перекрыто. Василий, что у тебя тут за бардак, за помойка такая? Скажи мне, пожалуйста. Постоянно свою хатку, помойку делает. Фу, таким быть помоечным. Помоечный Василич. Помоечный Василич. Ага. Ищем. Что-то рыщем. Что ищем, не знаю. Я просто беспорядок устраиваю Васильича дома, и все, мне нафиг мне что-то искать. Мне оно все нафиг не надо. Вот слитки золотые, может, домой таскать. Миллионером буду. Так, ну здесь, наверное, что-то дальше куда-то хоть проход где-то должен быть. Вот да. Наверное, это он и есть. Так, что у нас здесь? Нифига у нас здесь нету. Нифига у нас здесь нету. Эх, Василич, дай котлету. Блин, котлету теперь хочу. Опа. Сейф. Наверное, он чем-то открываться будет. Наверное, каким-то ключом. Надо запомнить это. Запомнить надо. Как-то так. А Василич не дурак. Кто-то в банке хранит сбережения, кто-то в сейфе. Так, это тоже не сюда. А куда мне тогда вообще этот замковый ключ? От чего я этот ключ взял? А чего тогда взял? Так, ну давай, давай. Искать здесь дальше. Будем дальше мы искать. Что-нибудь опять. Будем прыгать и резвиться. Посмотри, какая птица. Так, окошко разобьем. И потом мы все уйдем. Слышишь, мне кажется, вообще принципиально сюда не ходит. Я, говорит, манал, говорит, все это дело. Манал. Кирпичи, видишь, дома хранит. Зачем? Ну, чтобы были. Просто я его раз напугал, он меня обосрался, да и все. Так, 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 так. Шкаф сверху. Там же может что-то быть. Ну и просто так же шкаф сверху сделали. Ну, в смысле, если там будет, это вообще, конечно. Такое себе будет. Не, ну я надеюсь, мозгов-то не хватило туда. Вроде не видно. Если там это вообще зашквар года. Так, вот это вот подозрительное место. Очень сильно подозрительное. С кучей коробок. Зачем-то лежачих. Так, ищем мы дальше. Ты что-то уже все посбивал, что можно-то? Где что найти-то, ё-моё? Ё-моё! Так, давай. Ты же меня там Василий где-то увидел. Ну как увидел, так развеет. Так, что я делаю? Да я мало ли, может, сверху. Да вроде нет. О, Василич полез. Сейчас тут все раскидает всех. Василич! Кресло надо! Так, все, давай.
Так, подожди, здесь у нас есть крыша. Может быть, она для чего-то здесь крыша есть? Василич, уходи! Да мне пофигу, я пойду сюда, он пусть там гоняет. Дальше что-нибудь на первом этаже поискать. Он сейчас максимально от меня хоть отдален. Фиг знает, где вообще, чего взять смысл? Два ключа есть вообще, чего непонятно. Вот он наш ключик, вот не предел. Слышь-ка, Василич, здесь беспредел. Микроволновочку возьмем. И мы дальше с ней пойдем. Так, а я чё? Я на третьем этаже, у меня вот домик сверху еще остался. Ну и тот домик, там что-то найти надо. Вообще не понимаю, чё, где здесь что искать. Прям честно не понимаю. Василич! Все, давай прощаться там. Нифига себе, ты как умеешь. Вот это ты давно так научился? Меня научи тоже, пожалуйста, так же делать. Где вот этот ключ? Блин, ты же испугался. А окна все заколотил. Давай, давай, пошли. Бежали, побежали. На балкон мы забежали. Не, по-любому, вот где-то здесь должен находиться ключ-то. Еще один, чтобы дальше пройти. Только где здесь? Я вообще без понятия. Туби-туби. Туби-туби-ту. Ух-ху-ху-ху-хух. Так, либо мне отмычка где-то нужна. Что-то одно из двух, чтобы сейф открыть, например. Мне тут реально, мне непонятно. Подожди, это замок. Мне замок не нужен, Василич. Василич, нет меня, я все, я ушел. Все, Василич, убегай, уходи. Если хочешь идти, иди. И скорее ты уходи. Ты что за жесть-то, а? Он там сверху не может быть случайно? Да вроде не вижу. То есть мне надо найти ключ. Ключ. Либо от сейфа, либо отсюда. Я что-то вообще прям не втыкаю, где его искать. Тут прям реально неясно, непонятно. Тут неясно, непонятно, непонятно, нифига. Блин, промазал. Ладно, бывает. Бывает и такое, бывает не такое. Там домик, здесь домик, вот дела. А Василич, надоел мне, как всегда. Мы бежим, бежим опять. На тебе, пора по голове получать. Куда ты дел ключ, скажи мне. Скажи, пожалуйста. Васенька. Окна. В окна, может быть, куда-то выйти можно. Да куда? Куда их подевали? Так, все, давай, операция, утилизация. Всего, всего, что вижу. Почему я сюда-то могу пройти? Как будто здесь вот что-то могли взять и спрятать, например, я не знаю.
Я даже не знаю. Ну, как-то так. Как-то так получается, что Василич теряется. Где же ключи мне найти здесь? Я никак не пойму. Так. Золото. Ну, не открывается вообще никак, ни в какую. Вот я же зачем-то вот сюда открывал. Ну, сюда я открывал, чтобы дальше пройти. Ну, в принципе, это логично прям. Вот он ключ, а ты смотри-ка. Ты смотри-ка, вот он ключ. Лёшенька нашел здесь. Так, что теперь, мне синий, да, ключ где-то искать? О, ключ еще один. Вот это вообще, конечно, вот это я молодец. Вот это у меня ловко получилось. Посмотри, как ловко. Опа. В смысле, вообще просто ты ничего не мог найти, то тут вообще сразу. Прям идет как этот. Че я с камнем-то бегаю? Да ё-моё. Так, раз, два. Три, четыре, пять. Пора нам ключик забирать. Блин, и разбился. Упал, разбился. Но эта фигня мне, по-моему, вот тут правее только пригодится. Вот тут нужна будет. Так что пока она мне не нужна. Не нужна. Василич! Василич, можно вас на пару минут ваш... Нифига себе, вот это я, конечно, да, жару дал. Че, Василич, давай это прощаться. Он книжку почитает, там умные вещи пишет. Как не бегать за гостями в своем доме, называются. Так, все, я пошел. Пошел. Так, ладно, я вот так вот пройду. А вот все равно мне камера видит, что я тогда через капкан не иду. Ну, потому что ноги как-то хочется сберечь немножечко, наверное. Так. Ну, это не откроет по-любому. Значит, мне надо найти где-то переключатель опять, который у меня все откроет дальше, да? Который, возможно, где-то в этих комнатах находится. Но это не точно. Где же взять переключатель? Ну, с учетом, что здесь ни одна картина еще ни разу не открывала. То есть, скорее всего, где-то вот именно переключатель у нас будет. Медведь сидит. И мы присядем. Это что такое? Это яичница или что это такое? Ну, типа, похоже чуть-чуть на яичницу. Ну, на яйцо разбитое. Так. Вопрос. Где мне взять синий ключ? Либо где мне найти этот переключатель? Зачем вот здесь вот так картина стоит? Подозрительно. То есть ключ-то сразу в глаза бросается. Тут прям однозначно, что ты его найдешь. Надо вот здесь только определиться. Надо здесь определиться. Вот такой Василич птица. Ну чё, где? Где это видно? Я вот нигде не вижу, например. Все, буду стоять отдыхать теперь. Я устал. Хочу любви. Так. Вот со всех сторон гляну. Сейчас еще оказывается, что переключатель. Ключи не вижу. Ключи не вижу. Я опять... Надо скоро убегать. Так, непонятно. Непонятно.
Сложно, сложно. Так, ну, ребят, ну сейчас по-любому будет микропереключатель, там, меня прям вот это вообще прям напрягает, в смысле, вот прям сто пудов. Либо я синий ключ реально что-то где-то просматриваю, не могу найти. Ну, прям это. Сложно. Где он там? Ну да, как обычно у нас там заначки вот эти. Вот эти вот заначечки. Заначечки. Так. А у меня там как раз еще все упало. Я бы это даже не разглядел бы. Может тут... Ну вот оно. Прослепошарил я, как обычно. Как обычно прослепошарил. Подожди, а что он мне открыл по какой причине-то? Ты открыть не должен был. А что не нравится-то? Что не нравится-то, ё-моё? Электрокомпонент. Ну? И чё? Чё-то я не понял. Чё-то, в смысле, чё-то я не понимаю в этой жизни. Он, по идее, должен открыть. С чем он связан? Я что-то туплю. Он связан с этим еще. Который я уже нажимал. А этот, который я нажимал, с чем еще связан? Так, подожди. Дай-ка я туда вернусь. Я что-то реально, короче, не допираю. Так. Ага. А это, типа, связан с щитком. А почему не работает тогда? Или я вырубил тогда, взял его? Типа, он влюбленный был. Блин. Я его вырубил. Василич! Васенька! Сынок! Батенька! Давай, давай, иди сюда. Иди сюда, разговаривать с тобой будем. На серьезные темы. На то, как ты меня достал уже. Как же ты мне ворохнул. Ай, ё-моё, чё ж я так рано так сделал. Василич, сюда, сюда иди. Сюда, сюда мы побежали. Все, и убежали. Все, давай, пошли. Пошли, пошли опять. Невидимые выключатели искать. Так, все, туда мы проходим. И чё у нас здесь? Фиг его знает, что у нас здесь. Что-то где-то, наверное, есть. Так, комната наоборот. Я все переберу. Мне без разницы. Могу себе позволить. Так, Джонни. Ну, вроде я нигде не видел, чтобы их собирать куда-то надо было. Собери Джонни, Билли, Вилли, Дилли. Ты будешь дурачок года. Отличная акция от Василича. Опа, магнит. Магнит. Не зря копал. Так и думал, фигня какая-нибудь здесь что-нибудь есть. И пойди вот сюда, магнит, да, используется. Или нет? Здесь эти, наверное, специально стояли для этого, чтобы я, типа, мог взять вот так вот. Оп. Оп. Оп, 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 оп. Не, ничего не работает. Это так не работает, к сожалению. Низкий вам поклон, как говорится. А я уже в этом здании, да, которое в самом верху. Во, красный ключ. Желтый ключ. Отлично. Отлично, отлично. Как же все для меня непривычно. Так. Что так? Что так? Так, так, так. Вот это я на самом верху, да, получается? Или там еще выше есть здание? Тут еще выше лесенка. Еще выше, еще выше. Тут, наверное, еще ходить и ходить. Не переходить.
Можно вообще вот сюда перепрыгнуть. То есть сюда залезу, еще здесь, да, погуляю. Так, ладно, ребят, давайте тогда пока закончим. Разобьем на две части. 40 минут побегали. Я что-то думал, что тут уже все. А он сбоку-то оказывается чуть побольше, в смысле, чем есть. Тем более мне потом... О чем мне потом? А там осталось-то, да? Ни о чем. Осталось ни о чем. Ни о чем осталось там. Вот это туда. А, все равно буду потом искать это, бегать все дело. О, все равно заманаюсь. Так что ладно, давайте на этом прекратим, ребят. Если понравился ролик, не забывайте ставить свои лайки. Подписываться на канал. Жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики, конечно же. Конечно же, смотрим другие видосы на канале. Там много вообще, там дофига шоу хриплых. У вас такой выходил, в смысле. Шоу хриплых, там Предсосед 2. Какие-то хорроры. ФНАФ, в смысле. У вас там вообще все есть. Все, что надо. Все, что надо, у вас там есть. Вот, как-то так, ребят. Поэтому заканчиваем. Продолжение вы увидите когда-нибудь обязательно. Не забываем подписаться на Рутуб и Дзен канал. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Ребят, всем удачи, пока не забудьте поддержать лайками. Всем спасибо, кто поддерживает, и комментиками. Все, всего хорошего. Давайте, ребят, до встречи. Всем пока.